Всем привет! С вами Алексей. Сегодня я снимаю, когда у меня будет 100-литровый аквариум, какие у меня там рыбки будут новые. Первая рыбка, которую я сегодня буду рассказывать, которая у нас будет, это... Сейчас посмотрю, у меня здесь такой лист. Это полиптерус сенегальский рыба-дракон. Такая длинная хищная рыба. Ну, она может с нашими жить. Вторая рыба. Она одна у нас будет. И еще одна у нас будет. Это филумена баллон. Красивая рыбка. Мне она сразу понравилась. Для нее нужен аквариум объем от 15 до 560 литров. Вырастает она до 12 сантиметров в длину, а в аквариуме до 9. Она у нас одна будет. Потом у нас еще будет один сомик. Сомик. Сомики. Сомик. Ну, у всех, мне кажется, сомики были. Они в природе достигают 35 сантиметров в длину, в неволе до 5. Ну, иногда до 14 и даже 34-35 сантиметров. Потом у нас еще будет барбус один. Хоть у нас там один плавает в аквариуме, барбус-мутант. Я потом сниму видео как про рыбок. Хоть плавает, но я еще одного хочу, полосатого. У нас один будет. Потом у нас еще будет одна рыбка. Золотая рыбка, водяные глазки. Это что-то с чем-то. У нее под глазами находятся пустые мешки. Вообще, она такая странная. Я такую сразу увидел, сразу захотел. Вырастает в природе до 30-31 сантиметра. В неволе до 20. Аквариум ей нужен от 100 литров. Потом у нас еще будет... Она одна у нас будет. Еще у нас будет один бычок-пчелка. Бычок-пчелка. Он будет на дне у нас. Потому что это донная рыбка. Она маленькая, достигает всего 5 сантиметров в длину. Это вот где-то вот от этого пальца до этого. Да, где-то вот столько. Потом у нас она одна у нас будет. Потом еще у нас одна будет тернеция альбинос. Хоть она у нас одна уже плавает в аквариуме, но пускай еще одна лучше будет, пускай еще одна. Она недорогая, я видела, не стоит по 30 рублей в магазине. Ну и вот у нас две будет тогда тернеция альбинос. И последняя рыбка. Большая золотая рыбка ранда. Я такую видела. Она такая огромная. 20 сантиметров. Вот такая вот. Вообще, для нее нужно от 50 литров аквариум. Значит, для пары 100 литров как раз. Значит, можно будет две таких рыбки завести. Вот столько. Итак, сегодня я рассказывала про рыбок. Ждите новых видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Теперь пока-пока!